друзья, мы в Карифоре, смотрим цены на колбаски. 5,70, 5,70, 16. Я думаю, что все эти по 5,70, а вот 16 это палочка, мне так кажется. А посмотри, по коду можно посмотреть. А смотрите, сколько этих колбасок прикольных есть. Сейчас вам покажу, кстати. Нет, везде один и тот же, 0,50. Ну вот, потому что смотри. Кабанов. Кстати, краковской колбаски как таковой вроде нет. Это мы ее назвали, краковская колбаска. А чтобы купить краковскую колбаску, ну это просто вся колбаска, которая произведена в Кракове. Сейчас вам покажу дальнюю такую колбаску еще. Ну, дальнюю, в смысле, она стоит подальше. Смотрите, сколько вариантов просто. И такая чили, это вообще жесть, наверное. Воловые, беконовые. Ну, беконовые, это понятно, бекончик, говядинка, да? А вот сколько? Вот 5,99 такие вкусняшки. И вот по 6,49. Ну, мы все потрогали, она свеженькая. Вот по 9,60. Еще просто пепперони. И еще есть два варианта. Дробиовые. Кабаноси. Кабаноси это что? Кабанчик-свинка? Кабаноси это хорошо. У нас кабаноси нет в Эмиратах. Это, наверное, готовый супчик. Я что-то не понимаю. Ну, наверное, да. Готовый супчик уже. Окрошечка, да, 8,49. Я бы сейчас окрошечки бы заточила бы. А вот по 10-11 уже готовый бон аппетит. Всякие вкусняшечки, только разогреть. Очень много бутербродов. Наверное, нам нужно будет с собой взять, когда будем выезжать. Бутерброды от 6 до 9, скажем так. Вот, Наташа все хочет, ищет колбаску. 60 гривен получается, так посчитала приблизительно. Ну, 60 гривен это нормально, все равно вот в Польшу вот что-то взять. Вот это вот? Да. Или вот это? Не, вот это. Ну, это острое. Жалапеньо. Мне нравится, кабаноси написано. Кабаноси это свинка, да? Кабаноси. А мне хочется еще палочку, может, домой привезти. А ну, не вот такую, да? Вот палочку. Ну, моя мама такую палочку есть не будет, оно для нее очень жестко. Ну, пиво, конечно же, есть, смотрите, козел. А козел это не чешское пиво? Нет, козел, нет. Польское, да? Хорошо. Ну, алкоголь вон есть, вино кому надо, книги кому надо, вина и почитать, не вопрос. Так, давайте все-таки с вами посмотрим еще цены, что есть. И этот Карифор находится в галерее Краков, по-моему. Боже мой, что перепутала, припишу в субтитрах. И это вокзал. Это вокзал практически, Краков Гловни. Мы тут покупали билеты, показали вам галерею. Все еще застряли, никак не можем выйти. Хотим колбаску посмотреть просто. И вот что здесь есть. Кофеек, кстати, тоже есть. А цены я не знаю. Вот цены мы вам напишем, когда я соображу, что. Кстати, очень обидно. Поменяли только что. 475 мне дали за 100 евро. А в аэропорту 377. Это пипец просто. А какая я дура, если честно. Блин, вот. 34-я страна, много путешествий. Знаю, что в аэропортах менять не нужно. Но я не знала, как доехать просто. Надо было, наверное, таксисту заплатить за этих евро. Ну, ступила просто, очень много. 100 злотых очень много. Короче, сама виновата. А вот вся эта колбаска есть. Ну, нам бы палочку, конечно. Вот, очень много. Вот по 4 такая. А, Франция стоит. Вот 5,29, но вот с такими вот штучками я не люблю, потому что, мне кажется, они островатые, надо живот от них болит. Вот целая куча всякой свининки, буженинки. Надо, наверное, взять сегодня, потому что, когда мы будем уже бежать на поезд с чемоданами, я не думаю, что это хорошая идея. А, ну вот и колбасочка. А ну, подождите, может, и есть краковская? Краковская, суха, краковская, сейчас куртку заправлю. Вот, суха, краковская колбаска. Ну, слушайте, это так... Мяса много. Это стоит 15,99, не на 16. Она последний срок годности. И вот еще краковская. Нет, так и есть краковская колбаса. Я когда вводила, были отзывы, что нет краковской колбасы, что мы ее придумали. Не пойму. Вот такая же краковская за 20,89. Написано «Олевник» и это «Олевник». Я не могу понять, почему это они одинаково, что с сроком годности что-то непонятно. Вот еще колбаски есть вкуснейшие, я так думаю. Ну, знаете, нормально, свеженькие такие, вроде как. 13 и 21. 21, наверное, вот это. Или вот это вот. Ну, не то, что там сильно там они мягкие. Просто я думаю, что они еще в холоде лежат. Так, колбаски обнаружили. Надо звать Наташу. Наташа это дело очень любит. Тоже возьмет, наверное, себе парочку. Ну, очень большой. Наташа возьмет себе парочку, мне уже нравится. Вот, смотри. Здесь.
Вот я обнаружила колбаски. Вот, кстати, краковская. Вот она, краковская есть. Только смотри, она как похожая за 15, я это говорю, за 20. У нас она так называется драгобыческая. Но мне кажется, у нас краковская с каким-то более вкрапленным жиром. А это же такая вот вкуснейшая какая-то. Все из мяса. Значит, сейчас набираем колбасок. Ой, твердая. Я думаю, твердая. Я так ну, вроде шо? Как могу вмять ее. Ну, я несколько. А вот это вот получше, по-моему. Мне кажется, если брать уже здесь в Карифоре, потому что я не знаю, где мы возьмем. И надо взять еще, вот смотри, вот эти вот закусочные нам в поезд надо взять. Вот смотри, Наташ, вот по 4, по 6, вот такие, потому что надо уже сейчас занести в отель. Мы когда будем бежать с чемоданами, вряд ли это нас будет волновать. Конечно. И сырок, кстати, вот Кролев и Колна. Надо посчитать сейчас немножко. Это чуть больше доллара, ты говоришь, да? Зараз я скажу. 5.27. Я, конечно, вам все буду переводить, но я уж тогда буду, надеюсь, сидеть дома в Киеве и соображать. Да, в долларах. Значит, надо пару таких взять, а если будем сувениры вести, еще больше. Это доллар. Ну, доллар это недорого. 150 это что, ты 4 дирхама в этом? 3.68? Доллары... 4 дирхама? У нас такое стоит сколько? Да, конечно. В два раза так больше. Так я не поняла, там кофе по 170 гривен получается. Я что-то стою сейчас 10. По 170? 10 это дешево? Это, я уже плохо понимаю по ценам просто. И Коста есть, и Лавация есть, конечно. Как я работаю в Эмиратах, я понимаю просто в этом. Я предлагаю тогда сейчас купиться. Народ, чтобы вы сделали. Я думаю, что надо сейчас купиться, занести все домой и идти гулять уже по Кракову, потому что, ну, не надо потом тратить время возвращаться сюда. Это все-таки время. Кстати, а кулечки здесь платные? Наверное, да. У меня рюкзак есть, поэтому мы закинем в рюкзак. Не, мы закинем в рюкзак, мы сейчас все купим. А ну, Наташа, расскажи. Вот кава. У меня такое впечатление, что цены в дирхамах. 23 на 4,75. Старбакс любимый 4... есть. А, 5 долларов. 5 долларов. Это 5 долларов. Умножить на 3. А вот Коста, Наташа, ты любишь Косту, да? 20 дирхам это стоит, если мне переводить. За 20 дирхам? Да. Но это дешево, типа как. Уж оно стоит 24-28 дирхам. Ну как дешево? Вся еда какая-то дорогая получается. Ну, мы сейчас, наверное... А в гривнах 169, плюс-минус, я уже так это... Ну, в гривнах, наверное, это дешевле, да? Конечно. Что-то мы смотрели цены в магазинах онлайн, так... А это что такое? Смотри, вот такое чибо тоже можно взять. Это наверное... А, нет. Это... Ну, это что такое, тоже мягенькое. Лаваса, кстати, осталось мало. 32, но это не дешево, мне кажется, 32. Дальше всякие такие, конечно же, есть штучки, которые можно похрустеть. Сухарики, орешки, все есть. И народ, Карифор, мы делали видео. Карифор – это классная сеть магазинов, где реально будет дешевле. Мы не рекламируем, но я не знаю, где еще купить просто. У нас это самый ближайший пункт. Так что, наверное, сейчас все выберем, все купим. И как я уже третье видео подряд пытаюсь дойти до Кракова, да? Это польский помол, обжарка, не знаю. По 9, по 11. 9 кстати, чего? Ну, злотых. О, надо брать, слушай. Надо брать, по 9 и по 11, это еще не знаю. Как бы. Мы, конечно, много подарков взяли, но можно взять еще. Не, Наташа уже поняла, что по 18, а не по 9. То, что по 9, видимо, разобрали. Дети смеются, говорят, блогеры, типа... Это какое-то было Штраус кафе. Ага, вот Штраусы разобрали. Ну, конечно, хитрые люди. Наверное, про. А вот какой-то кофе, Наташа, смотри. А ну посмотри, пожалуйста. А, не, мне все еще смеется. А думаешь, он растворимый? А, это кремовый, это пресс. А, понятно. Вот, а это тоже. А вот Форд, ну Форд у нас тоже есть. Не, хочется что-то. Мы в кофе растворяли. Типа здесь сделано. Так, ну хорошо, давай выберем, потому что у меня куртка в руках и камера. А что мы делаем? Мокко, а это ароматизировано, наверное. Не знаю даже. Ну, короче, надо идти за тачечкой, туда все поскидывать, все заплатить. Короче, чувствую, мы еще не первые, мы не последние, мы 100 евро поменяли. Добрый. Пока Наташа едет, показываю, я нашла кофе, еще одно. Вот, смотри. Вот это вот. Традиционные. Посмотри, традиционная и за 10 злотых. Карифор, что такое марка. Да, вот, по-моему, Карифор. А сколько оно? 250 грамм? Ну, не знаю, может, что такое взять еще. Потому что, ну, недорого. И, конечно, хотелось бы вот то попробовать какое-то разобрать. Так бери вот это. Что хочется, берем, скидываем и чувствую, потом идем менять евро снова. Да, это оно. Ну, возьми. Лагодно. Все, это берем. Давай дальше, что? Так это нет? Ну не, мне не надо, я не буду уже брать ничего. Я везу 10 турецких кофе с собой, тех, которых купила в Эляйне. Турецкий Made in Эмираты. Так, идем за колбаской тогда. А можно еще здесь? Нет? Угу. Где?
Главное, что я у нас же перевеса нет уже, кстати, мы же в поезде уже. А там его взвешивают? Куда же я знаю, а зачем? У нас как бы, ты бачила такую? Я не бачила. Что это? Starbucks. Красиво. А, это шоколад, это как какао. А вот это что, а ну. Ой, гномики. А ну, дай я посмотрю. Это город Вроцлав, весь в маленьких гномиках. Робустая арабика, 50 на 50, 20-60. А вот какой-то еще красивый тоже, Монтмартр. Ну, это тоже эспрессо, это для Карифора. Это Карифор, да, вот это значок, это Карифор. Так, ну давайте. Все, идемте тогда за колбаской и сыром, надо выбрать себе в дорогу. Пойдем. Давай какие-то несколько сырков себе кинем. Ну, королевский. Давай, бери сколько, посмотри срок годности. Так, народ, пишите, что вы бы взяли. Ну, смотрите, да, эти по 5. Ну, хороший, давай. По 5? 22, ну, хорошо, а эти по 7. Ну, мы по 5 берем. А скидки что? Давай сколько? Ну, давай 3 бери. 3. Да. А скидки мы съему? Ну, что-то не съему. А ну, переверни, покажи сколько. Ну, это на перекус на такой один, 150 может. 150 грамм. Ну, нормально. Давай бери 3. 3. Что с колбасенькой у нас? Вот тут, конечно, выбор, да. Знаешь, я думаю, а может вот такую чи такую, если на колбасу хотим. Ну, конечно, перекус. Это какой-то, что вот перекус был. Колбасу одну можно взять. Так тихо. Это может быть остро. Не, остро. Я не хочу, чтобы мы там опились. Хотя. На перекусик. А вот тут посмотри еще, смотри, какие. Еще? Вот они. Салями тоже воно засыпанное с этими перчинями. Ну, присыпки все, не знаю, не очень. А вот будут. Без, смотри. Давай без, бери. Это сколько оно? 4,49. Хотя паприка нормально. Да ну. Чего? Нормально? Паприка не ну хорошо, давай бери, чтобы я не это. Пепперони может быть. А вот такую вот возьмем, да, парочку? Таких, мне кажется. Так, а ну здесь срок годности, Наташ, давай ты посмотришь. Не, 27.09.22. Еще 2 месяца. И вроде как, потрогай свежее. Нормально. А здесь, а это по 12. И что вот это вот такое? А ну вот это вот, сравни, Наташ. Тоже суча. Краковская суча называется. Ну и название. Да, суча. Суча не значит ничего плохого. Народ, кто знает, пишите в комментах. Что-то по весу. Я уже чувствую. Так смотри, вес. 320. 255, да. А здесь 320. Вот, так это даже больше? Да. А ну что это за суча? Поверни срок годности, посмотри. Потому что это опять же Карифор делает. Срок не знаю. Ну это как-то, знаешь, это чуть симпатичнее смотрится по 15. Сейчас буду разделяться. Так, а это вот это мне не дает покоя. 20, колбасе странно. Есть ли в колбасе колбаса? Так, брать ли вот эти вот палочки, мне интересно. Они твердоватые, да? Наверное, палочки брать не буду. Что там? Можно вот такую вот колбасу это взять. 27.09, этого 1.09. Ну, там, ну и что? А мы сейчас 7 месяц. Так я думаю, думаешь, это симпатичнее. Да, 15. За 15. Так мне не дает покоя, почему это 20? Вот это вот 20? Производитель нужен. А ну-ка, сложи их вместе. Ага, больше. Это больше. Это 320 грамм. Все, теперь понятно. А я же такая думаю, почему? Вот она. Так, а может, все выгоднее? Суча краковская. Подожди, а тут 150? Да, конечно, это же дороже будет. 250. А, 250, извините. А ну, переверни срок годности. Это 31.08. А ну, посмотри, может, там еще просто есть. Так, народ, ну что, берем колбасу. Берем сырок уже взяли, берем кофе, и сейчас уже вот показали вам уже, по-моему, все, что можно купить из колбасного. И, наверное, уже будем идти на кассу. Вот, смотрите, есть Карифор еще вверху. Мы поднялись, и вот такие здоровый, мы видели, Карифор. Рекомендовали. Алкоголи прикольные. Есть и журавлиная настойка, и вишневая, груша, гранат, помаранчевая, это что, оранж, апельсин, манго, вот. 15,99, 16 стоит. Mm-hmm. Вообще разная такая фигнюшка. По-моему, 35 оно должно быть. А, 28 алкоголь всего лишь. А вот тут 30. Вот дивись, тут 30. А, тут 28 кава, а тут 30. Вот дивись, тоже ну, вишня. Это очень прикольно такое, айва. Что сувенир как бы можно привезти. А вот смотрите, вообще за 9. Антоновка, потом пигва, груша, арбузная. Арбузную хорошо берут, смотрю. Я там вдалеке еще есть. А вот есть подороже уже. 28-29. А, не, просто разлив бутылок больше. Ну, вот такие вот еще польские сувенирчики можете привезти. Не знаю, даже можно взять 2 штучки. А вон еще сколько подарок. О, вообще красота какая, сопли. Смотрите. Сопли, где сопли? Соплика. А, соплика. Я думала, ты сопли говоришь. Ну, прикольно. Ой, красота, ну, в общем, вот такие вот красивые сувенирчики тоже есть в пляшечных бутылочках.
Кому нужно, пожалуйста, приезжайте, покупайте. Даш, помаши. Все, всем пока.